Так, сегодня очень важное видео. При облицовке плиткой обязательно в углах использовать силиконовый герметик. Значит, герметик покупается в цвет фуги, то есть здесь герметик сейчас, а силиконовый, а швы — это фуга. Значит, это уже сделанные швы, сейчас объясню, как это делать. Вот, это вот такой результат. Чтобы добиться такого результата, вот таких примыканий, это очень важно, потому что в углах могут появиться трещины, обычно фуга из углов высыпается. Поэтому покупается силиконовый герметик в цвет фуги. Видите, разницы вообще нет. А как такое сделать, сейчас покажу. Значит, какие нам вообще инструменты нужны, чтобы силиконить швы? Это мыльная водичка, любая мыльная. Она для чего нужна? Силикон от мыла вообще не липнет. То есть, когда будет по нему водиться, чтобы ничего там не намерзалось, можно его разглаживать. Мыльная водичка без нее никак. Вообще супер лайфхак, конечно, кто это придумал. Сам силикон. Ну и самый главный мой лайфхак — это пластиковая карточка. Ей идеально заглаживать углы. Значит, шов получается просто идеальный. Были у меня шпательки вот такие специальные, да, продаются. Просто вон их, на мусорку не нужны они. Фигню они делают, швы либо большие, либо тонкие. Вот, карточка, угол идеально подходит для заделки швов. Идеальное примыкание, какое нужно. Не маленькое, не большое, в идеале. Поэтому не покупайте эти шпательки. Обычная пластиковая карточка, она и гнется как надо, и идет по углу. Получается супер ровный шовчик силиконовый. Туалетная бумага, чтобы снимать излишки силикона от карточки. Ее тоже мы смачиваем водичкой. Ну, ножик для того, чтобы прошивать швы. Не фраз, чтобы заобезжиривать. Пылесос, чтобы пыль убирать. Ну, вода, чтобы предварительно, если у кого очень сильно засраны стены, их помыть. Ну, и тряпочка для нефраза, и чтобы мыть стены. Все. Ну, и руки очумелые, конечно же. Для начала, что мы делаем? Значит, когда мы фуговали плитку, да, у нас вот в швах где-то вот осталась фуга. Значит, мы это взять ножичком и это все аккуратненько убрать, чтобы сюда лег герметик. И проходим все швы, чтобы было вот так вот аккуратненько все убрано механически, чтобы шов был чистенький. Так, после того, как ножичком все примыкания швов от фуги очистили, значит, надо взять пылесосик. Хорошенько все пылесошиваем, каждую всю эту дырочку, вообще весь шов пылесошиваем от всей вот этой пыли, всей грязи, ничего вот этого не должно быть, все убираем от фуги, вот эти остаточки, чтобы идеальная плиточка была. После того, как пропылесосили, берем и обезжириваем весь угол. Я использую нефраз, жидкость, до этого тряпочку берем, любую тряпочку, в нефраз, и проходимся весь угол, обезжириваем, чтобы силикон не отвалился у вас. Хорошенько весь угол проходим. Ну, такие шовчики должны получиться чистенькие, без фуги. Все должно быть без фуги, обезжирено, убрана пыль. Шовчик должен быть чистенький, аккуратненький. Только туда можно будет ложить силикон. Все. После того, когда обезжирили, зачистили все, начинаем наносить силикон. Обычным пистолетом, ничего тут придумывать не надо. Ничего придумываем. Самый обычный силикон.
Цветфуг я резит использую. Кто что вообще? Пошли закладывать шовчик. Без фанатизма. Просто закладываем в шовчик силикон. Много не надо, потому что это будет перерасход материала. Мало тоже надо. Накладываем. Примерно вот так. И поднимаемся по всему шву. Ну, такой шовчик должен получиться. Мы полностью нанесем силикончик. Просто лежит силикончик тоненьким слоем, небольшим, не маленьким. Дальше я нарываю бумажку, готовлю сразу. И мыльной водичкой начинаем его весь проходить. Смачиваем. Смачиваем нашу карточку. Также карточку смачиваем. И пошли. Убираем. Ставим по 90 градусов. С самого низа. И идем убирать. И вот такой у нас супер результат. Далее, где вот чуть-чуть, да, не доходит, мы просто мыльным пальчиком прикладываем, приглаживаем. И все. Супер. Вот, прошлись карточкой. Имеем вот такой вот шовчик. Вот такие места мы сейчас будем пальчиком дорабатывать. Оно все прекрасно прикладывается. Вот там, где вот чуть-чуть есть какие-то неровности, все дорабатывается пальчиком. Просто берем, вот, допустим, да, штучка. Хоп-хоп, мыльца туда. И пальчиком аккуратненько. Вот так вот заглаживаю. Оно все прекрасно закладывает. Заглаживает. Видите? Все в идеале. И таким образом шовчик. Все, пользуйтесь, ребятки. Да будет с вами Господь. И вот такой результатик получается. Идеальный. Результат идеальный. Тут даже нечего сомневаться. Пальчиком дорабатывается просто на ура. Вот так вот. Главное смачивать мыльной водичкой и излишки салфеточками. И все будет хорошо. То есть, видите, пузыречки? Это не пузыречки. Это мыльный растворчик. Это еще капельки. Капельки. Сам шов идеальный. Это все капельки еще где-то осталось. Он высохнет, и шов будет идеальный. Пользуйтесь.